Совещание членов жюри присяжных длилось несколько часов. Оглашение приговора подсудимые дожидались внешне спокойно. И вот председательствующий на процессе судья Самедин Темиралиев огласил выбор присяжных. Решением жюри присяжных заседателя оба подсудимых признаны виновными в убийстве потерпевшей. На городской свалке были обнаружены обугленные человеческие кости. Судмедэксперты смогли установить, что останки принадлежат молодой женщине, пропавшей несколько дней назад. Благодаря показательной работе полицейских, следствие скоро вышло на двух подозреваемых мужчин, жителей города Кентау и Кызылорды. Выяснилось, что они проводили время в обществе молодой девушки на съемной квартире, а наутро обнаружили ее мертвой. Кто из двоих совершил убийство или они участвовали в этом, оба подсудимые не признаются. Но убедившись, что девушка мертва, они вместе решили отвезти ее на свалку и сжечь, что и сделали. Труп сгорел до такой степени, что даже причину смерти девушки установить не представляется возможным. На основании решения, принятого заседателями, судья вынес приговор. Были учтены смягчающие обстоятельства, первая судимость, положительные характеристики. К отягчающим обстоятельствам была отнесена попытка подсудимых скрыть следы преступления. Назначается наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.